Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава. И прочитаем мы с вами с 16 по 18 стихи включительно. 16 по, давайте даже дальше, 16 по 19. Кто прочтет первым, пожалуйста. Симон же Петр, отвечая ему, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Спасибо, спасибо. Итак, какой контекст, в какой момент земного служения Иисуса Христа происходят эти события? В какой момент земного служения Иисуса Христа происходят эти события? Начало, середина, конец. Ближе к концу. Ближе к концу. А перед этим какой вопрос задавал Иисус своим ученикам? За кого почитаете меня? Да, сначала за кого почитают меня люди. Они дают несколько ответов. А вы за кого меня почитаете? И вот в ответ на этот вопрос Петр говорит свои известные слова. Кем называет Петр Иисуса? Христос. Христос. Дальше. Сын Бога Живого. Сын Бога Живого. Фактически признает, что Иисус Мессия. С этими словами все ясно. Но потом Иисус говорит Петру такие вещи, которые заставляют нас задуматься. Значит, Петр говорит: ты Иисус, Сын Бога Живого. Иисус говорит: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И все понятно. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Петр, камень, Петрос. Уже становится интересным, как это так, на Петре установлена церковь. Но в 19 стихе еще веселее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот ключи Царства Небесного у Петра. Из этих слов в средневековом фольклоре получили распространение такие картинки, такое представление, что вот вы попадаете в Царство Небесное и видите прежде всего кого? Петра. Петра, ключника. Значит, у Петра связка ключей. Вот можете себе представить такое общежитие. Значит, Петр со связкой ключей, он так смотрит, пускать или не пускать. Кого куда? Да, кого куда? Кстати, у евреев было похожее представление по поводу Авраама. Причем представление совершенно не библейское. А в литературе, в талмудической литературе того времени писалось о том, что ты будешь в раю просто потому, что ты еврей. Твое еврейство приведет тебя в рай. И говорилось, что вот у двери ада сидит Авраам, и сидит он вот зачем. Чтобы если какой еврей случайно заблудился и пошел в ад, вот чтобы в этот момент направить его куда надо. Да, конечно, у двери ада. Значит, вот, то есть, значит, умер такой человек, да, мы так думаем, ну, две дороги, куда, вверх или вниз? Наверное, он умер головой вниз, у него так дезориентация такая произошла, он пошел не туда. Да, а там Авраам говорит: не, у тебя физиономия та самая нормальная, да. Вот, тебе, пожалуйста, туда, в другую сторону. Он говорит: ну, спасибо тебе, отче Аврааме. Все круто. Вот, такие картинки бывали. Кстати говоря, было и страшнее на самом деле.
когда говорили о том, и писалось это, о том, что если видишь ты, как женщина, язычница, рожает, и тем более даже умирает при родах, не помогай и ей, ибо лучше младенцу и даже и матери его умереть, чем еще одному исчадью ада войти в мир. Вот ни много ни мало. То есть лучше умереть, чем язычнику родиться в этот мир. Вот, так что сурово весьма. А тут Иисус говорит такую вещь, что вот ты будешь, дам тебе ключи, и ты будешь основанием, ты будешь камнем, на котором создам церковь. Римско-католическая церковь на этом основании говорит об авторитете церкви и об авторитете римского папы, который есть преемник Петра. Вот папа имеет авторитет, потому что этот авторитет он получил через Петра. А теперь давайте с вами попробуем применить правила контекста, причем правила широкого контекста, к изучению этого фрагмента. Значит, что нам непонятно? Нам непонятна роль Петра в истории церкви. Как это он камень, на котором Иисус создает свою церковь, и как это он имеет ключи царства. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, не ключи рая или не ключи церкви, а ключи царства. Значит, начинаем мы с внимательного чтения текста. А мысли о ключах рая здесь нет. О ключах церкви здесь тоже нет. Здесь есть некоторые ключи царства, и здесь есть камень, на котором Иисус основывает свою церковь. Значит, нам нужно, чтобы разобраться, проследить роль Петра в истории церкви, причем в ранней истории церкви. А чтобы найти, определить, увидеть роль Петра в ранней истории церкви, полезно открыть какую книгу Священного Писания? Деяния, конечно. Чтобы найти роль кого угодно в истории ранней церкви, полезно найти Деяния. Идеально на самом деле в данном случае иметь компьютерную Библию, потому что она нам кое-что покажет интересного. Например, можно попробовать найти все случаи употребления слова «Петр», имени Петр в «Деяниях апостолов» и посмотреть, то есть как будто мы вообще ничего не знаем, да, сначала, с нуля, что называется, посмотреть, какую роль имеет Петр в «Деяниях апостолов». Что же мы находим? А в первой главе, ну, мы не будем, конечно, все главы просматривать, я просто на некоторые ваше внимание обращу, откройте, пожалуйста, первую главу. Что делает Петр, какова его роль? Да, 15 стих, пожалуйста. В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Стоп, что делает Петр? Какова его роль среди апостолов? Ну, организатор. Он организатор. Он организатор. Уже в первый момент лидерство среди апостолов берет Петр. А нет такого, что так, смотрите, кто из нас лидер, кто из нас лидер, давайте мы быстренько проголосуем и назначим. Вот настоящего лидера не назначают, его ставит Бог. Вот Петр здесь берет на себя эту функцию. А теперь внимание. В следующий раз, когда появляется Петр в книге Деяний апостолов, когда упоминается его имя, может быть, быстро прям найдете, это скоро достаточно. 2.14. Пожалуйста, прочитайте нам. Петр же встал с 11 возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме. Сие да будет вам известно, и внимайте слова мои. Что начинает делать Петр? Что начинает делать Петр? Он начинает проповедовать. Причем проповедовать он начинает что? Благую весть. Благую весть Иисуса Христа. Значит, первый проповедник церкви кто у нас? Петр. Уже после Христа. Петр. 37 стих, пожалуйста, кто прочитает? «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» И 38-й. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Совершенно верно. Значит, Петр выделяется среди других апостолов, и у него оказывается особая роль. Он апостол-проповедник. Апостол-проповедник. К нему обращаются и говорят, что делать? Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Значит, какова функция Петра вот в этот момент в Иерусалиме? Пастор.
Он фактически пастор. Он фактически выполняет функцию пастора. Хорошо. Значит, где это происходит еще раз? В Иерусалиме. Так. Пастора среди учеников? Ну, пока пастора среди учеников и, может быть, и первого пастора среди людей, которые среди ранних учеников, в более широком круге. Почему бы и нет? А теперь прочитаем, пожалуйста, первую главу, 8 стих Деяний. Деяний 1:8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. А, значит, в Иерусалиме, в Иудее, это пока у нас более или менее охвачено. Иерусалим, через него Иудея. Где начинается свидетельство в Самарии? Где, в какой главе Деяний апостолов начинается свидетельство в Самарии? Самарии? Да. Компьютерный. И кто начинает свидетельство в Самарии? Только не Петр, подсказывает. Не Петр, подождите. Первый наш мученик. Стефан, что ли? Стефан. Да. Ну, Стефан в Самарию еще не пришел. Филипп, конечно. Филипп. Какая это глава? Где находится это? Это с евнухом, что ли? Да, конечно. Это значит... Восьмая глава. Начните, пожалуйста, читать про это свидетельство Филиппа. Итак, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который питьем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. И внимали ему, что он немалое время изумлял их волхованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. А теперь слушаем очень внимательно, пожалуйста. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же увидел, через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги. Говорят, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе своем, твоем, и молись Богу, может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Угу. Спасибо большое. Итак, начинается покаяние в Самарии. Какова роль Петра и Иоанна? И первым здесь всегда он называется Петр, и обличителем этого самого Симона оказывается тоже Петр. Почему призывают Петра, и что Бог через Петра делает? Через рукоположение Петра в Самарии Бог дает Святого Духа. Начинается служение Святого Духа в Самарии. А что было в Иерусалиме в день Пятидесятницы? Сошествие Святого Духа. Совершенно верно. Значит, как только Евангелие приходит в новую территорию, в данном случае в Самарию, апостолы об этом узнают и посылают Петра и Иоанна, и через них Бог совершает особое дело. Царство Небесное, Царство Божье расширяется. Оно приходит также и в Самарию. И свидетельство Духа Святого звучит в Самарии. Значит, помните, что сказано было в Евангелии от Матфея, 16 глава, что Петр имеет ключи от царства. Вот, небесного. Да, от царства небесного.
Вот начало Царства Небесного, начало проповеди, или так, начало действия Святого Духа в Самарии ассоциируется именно с ним, ассоциируется с апостолом Петром. А теперь, где в следующий раз появляется у нас апостол Петр? 9 глава вообще не про Петра. Кесария. Да, Кесария. А что там происходит? У сотника Корнилия. У сотника Корнилия. Корнилий кто? Насколько он еврей? Не насколько, он вообще не еврей, он язычник. Так, он язычник. Дальше. И вот давайте начнем, давайте найдем этот текст сразу. Молился Богу. И что происходит по его молитве? 10 глава. С 3 стиха? Давайте с 3. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет, Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Зачем нужно было призвать Петра? Потому что он скажет слова спасения. Что говорил он в первой главе апостолам? Он говорит слова утешения. Во второй главе он говорит слова спасения. Во второй главе начинается его проповедь, да, его проповедь в день Пятидесятницы. Он говорит слова спасения. А в восьмой главе Евангелие идет дальше, в Самарию. Нужно начать служение Святого Духа, призывают кого? Призывают Петра, потому что это роль Петра. Самое интересное, что в 10 главе выясняется, что Петр к этой роли еще не готов. То есть, видите, самарянам он еще готов был свидетельствовать. А тут язычник нечистый. Это же безобразие какое-то. Давайте посмотрим, как Богу пришлось готовить Петра к этой миссии. С 7 стиха продолжайте, пожалуйста, читать. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. Кстати говоря, вы когда последний раз молились на крыше? Давненько. Да вот тут вчерась было, да? А это тоже один из тех культурных моментов, да, крыши были плоские, и люди на крышах и отдыхали, на крышу выходили. Это было тоже такое место для гуляния. И вот Петр входит на эту плоскую крышу дома, низкую плоскую крышу дома для молитвы. Идем дальше. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Вообще Петр меня поражает формулировка, это его чистейшая такая петровская формулировка, в смысле не Петрова, а Петра. «Нет, Господи». Вот внутреннее противоречие, то есть он понял, что это видение от Бога, он тоже знает. Значит, вообще-то говоря, обычно говорят «да, Господи». Потому что если уж Господи, то да. Если нет, так тогда уж не Господи, не Господин. А Петр, вот два этих слова, выдыхает из себя в одном и том же предложении. У него с одним сначала нет, а потом господин. А почему он так делает? Да потому что он человек святой, потому что никогда никакой гадости он не ел. Того, что Бог назвал нечистым, он есть не будет. И Петр всегда готов напомнить Богу про его Божие установление. Бог говорит: да, вот действуй. Он говорит: нет, тут нечистое. Мы в богословии вообще разбираемся, все нормально.
Вот. И на это Бог ответит ему. Пожалуйста, 15 стих. А, нет, еще раз. Он 15. Повторяет, да? Угу. Пожалуйста. Тогда в другой раз был глаз к нему. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Вот на этот момент, что здесь было трижды, обратите тоже внимание, что было трижды? Либо это, вот этот голос, последняя фраза, либо это относится ко всему эпизоду. То есть Петр трижды, или Петр дважды говорил Богу, нет, Бог трижды говорит ешь, пока не дойдет до Петра. Тут сказать сложно. Но 17 стих, к 17 стиху кое-что начинает происходить. Он начинает задумываться. Пожалуйста, 17 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот, мужи, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот, три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Итак, Петра нужно было еще подготовить, потому что Корнилий нечист, он язычник, он еще и военачальник армии оккупанта. Понимаете, ну это примерно то же самое, что сказать во время Великой Отечественной войны. Вот офицеры, значит, кому-нибудь из российских, советских воинов, там христиан, допустим, или просто христиан, а не воинов, христиан. Вот офицер СС или офицер гестапо покаялся. Вот иди, и понимаете, в чем штука? Ведь не, можно будет не просто к нему прийти, а его еще принять как брата потом. Помните, с каким трудом Павла принимали как брата? Потому что они отлично помнили, кто он такой. То есть перед Петром несколько задач. Но Бог решил использовать именно его. Потому что у него, у Петра, особая миссия. 21 стих. Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Значит, что должен делать опять Петр? Проповедовать. Он этим уже занимался. Он этим будет заниматься теперь для новой аудитории, для нового круга аудитории. Вот были Иерусалим и Иудея, была Самария. Теперь начинается первый представитель языческой аудитории. Сейчас Евангелие будет открываться впервые в полном объеме, в полном масштабе для язычника. 23 стих, пожалуйста. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Обратите, пожалуйста, внимание сразу на действия Петра. Корнилий перепутал носителя авторитета, носителя власти. Он счел источником власти. Он начал кланяться человеку, как будто Богу. Петр моментально положил этому конец. Корнилия, вообще говоря, можно простить, потому что он был язычником. Таких божеств там было предостаточно. Но Петр не согласен с этим мириться ни на минуту, потому что тут совершенно другое. Он такой же человек, он носитель власти, данной Богом, и не более. Идем дальше. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, 4-го дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме. И вот, встал предо мною муж в светлой одежде и говорит,
Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Вот это миссия Петра. И дальше Петр начинает проповедовать. Давайте только 34 стих прочитаем. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вот этот момент Петр до сих пор не понимал. Он делил людей на чистых и нечистых. Значит, Бог начинает работать через Петра, сначала при этом Петра подготовив. Ты пойдешь и будешь проповедовать язычникам. А дальше, что происходит дальше? Кончается его проповедь, она похожа на те слова, которые он уже говорил раньше. И теперь переходим к 44 стиху. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. А дальше удивление иудеев. Пожалуйста. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Продолжайте. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Вот вам роль апостола Петра. Значит, распространение Евангелия. Иерусалим, Иудея, Самария, языческий мир до края света. Обещание данное Петру: «Дам тебе ключи от Царства Небесного». И Царство Небесное распространяется и захватывает новые территории. И Бог так решил, что ключевым человеком в этот момент, в эти первые годы распространения Царства Святого, Царства Божия, оказывается Петр. Они вполне могли сказать, в частности, в Самарии, они вполне могли сказать: да, здорово, слава Богу, покаялись. Но одного очень важного события не было. Дух Святой еще не сошел. Они не видели результатов схождения Святого Духа, результатов, которые становились символами, указывали на схождение Святого Духа в то время. Вот через Петра это происходит. А потом это происходит в языческом мире, это происходит через Петра, вторая ситуация с Корнилием. Дальше уже это происходит не только через Петра. Например, схождение Святого Духа. Помните, были в Эфесе ученики, которые крестились крещением Иоанновым. Об этом в Деяниях 20 глава. И там уже Святой Дух сходит без участия Петра. Но языческий мир к этому моменту Евангелием уже охвачен. Огонь Евангелия в языческом мире уже горит. Но в качестве человека, через которого это чудо совершается, был избран Петр. И есть еще одна вещь здесь. С этим вы можете поспорить. Может быть, это немножко натянутая интерпретация, хотя мне лично она натянутой не кажется. Помните, сколько раз Петр отрекся от Христа? 3. Помните, сколько раз потом Иисус спрашивал Петра: «Любишь ли ты меня?» Помните, сколько раз Петр в Деяниях апостолов стал свидетелем схождения Святого Духа на разные группы людей? Мы только что все эти разы с вами перечислили. 3. Вторая глава, Иерусалим, Иудея. 8 глава, Самария. И 10 глава. 3. Отступление Петра. Тройное покаяние Петра, тройное подтверждение через Божие благословение того, что Петр принят Богом, и Бог через Петра работает. И вот и для личного нашего размышления, и для серии проповеди, если хотите, отступление и покаяние, Божья милость вопреки человеческой, Божья верность вопреки человеческой неверности, Божья милость вопреки человеческому малодушию. Есть о чем подумать, есть о чем проповедовать, есть что применять для себя.
Неужели у Бога среди апостолов даже не нашлось кого-то, кто был бы более последователен, чем сам Петр? Да последовательность здесь ни при чем. Это Божье избрание. Бог решил через этого выскочку Петра, некогда выскочку Петра таким образом работать. Вот вам его функция. А потом постепенно, при усилении Евангелия, укреплении Евангелия среди язычников, его роль как-то немножко уменьшается. Но на первом этапе, на раннем этапе церкви, вот он был тем ключевым человеком, который эту роль исполнял. Кстати говоря, и кажется, что эта роль другим не передается. Симон, как мы читали с вами в 8 главе, хотел купить за денежку, но он плохо кончил, как вы понимаете. Ну и больше никому так напрямую эту роль Петр не передал. Вот к чему мы можем прийти, если начать с одного вопроса. Вот мы прочитали Матфея, 16 глава, интересна роль Петра в ранней церкви, где можем посмотреть ответы. И мы уделили некоторое время для того, чтобы по деяниям апостолов вот эту роль Петра проследить. И вот вам одно из подтверждений того, что мы называем золотым правилом изучения Библии. Контекст, как вы знаете, действительно рулит. Вопрос. Вопросы. Давайте. Там продолжение, не продолжение, а там есть фраза, что связано с... Ага. Связано на небе. То есть я почему задаю вопрос, потому что очень сильно опирается на эту православную церковь. Да, и этот вопрос очень хороший. Этот вопрос я попрошу вас изучить в рамках домашнего задания. Значит, что вам нужно будет для этого сделать? Мы завтра все отвечать на него будем, естественно. Что вам нужно для этого будет сделать? Найти по возможности слова «рассвязать» или «разрешить», «соединить», «разрешить», каким образом он связывает, каким образом он разрешает, разъединяет. И сделать word study, что называется, изучение слова, найти другие места и вот по библейскому контексту этот вопрос решить. У вас будет... Вы на самом деле сможете сделать выбор, либо вы ищете ответы на все вопросы по первому Фессалоникийцам 1.1, я надеюсь, что полкласса это будет делать, либо будете заниматься вот этим стихом, который у нас остался еще не разобранный. Я думаю, другая класса, ну, другая половина класса, ну, по крайней мере, один из вас, Валерий Николаевич. Вот этот стих Петра. Да, 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 да. Как, что вот 16 это? Глава и... 19 стих. Угу. А он непрост, но разобраться вы с ним сможете. Это вам такая библейская головоломка практическая. Только единственное, у меня к вам просьба. Начните с собственной работы, с работы с текстом, работы с словарями, с комментариями. Не надо пользоваться чудесным ресурсом, который называется пастор. Потому что вы пастору позвоните, он вам все быстренько объяснит, ну или скажет, что у него нет времени, ну, одно из двух. Да, интернетом можно пользоваться, но только после того, как вы реально, серьезно провели время в Священном Писании, в исследовании Библии. Итак, золотое правило Священного Писания – это то, как мы с вами работаем с контекстом. Мы возвращаемся к ключам толкования, 5 ключей толкования. Прочитайте, пожалуйста, те ключи, которые вы видите на экране. Содержание, контекст, сопоставление. Содержание, контекст, сопоставление. Следующие ключи нам очевидны. Культура и справочники. Причем слово «справочники» я поставил последним. Это последний из ключей. Ну, просто потому, что он... Вообще говоря, должен уже быть, мы им пользуемся после того, как мы разобрались в самом библейском тексте. И в заключении мы выполняем с вами небольшую практическую работу.